Максим Николаевич, мы бы хотели заказать у вас свадьбу. Прекрасно. Пожалуйста, проходите, любуйтесь. Да. Такая обычная тихая свадебка. Угу. Так, я пока огляжусь. Я смотрю, у вас столы не крепкие, да и стульчики хлипкие. Да, но зато помещение большое после ремонта. Да. Скажите, а какой алкоголь есть у вас? Ну, у нас полный набор. Виски, текила, шампанское. Так, нам тогда бутылочку шампанского. Да. Бутылочку шампанского и все? Ну да. А то потравятся еще все. Скажите, Максим Николаевич, а музыка у вас какая? Ну вот, оркестр живая. Но это ненадолго. Скажите, а есть ли у вас помещение с толстыми железными дверями? Ну вот, у нас есть холодильник с тушами, а вам зачем? Это не нам, это не нам, это вам. Чтобы во время свадьбы персонал смог спрятаться. И когда мы вас будем звать, не выходите. И даже если услышите, что тихо стало, все равно не выходите, это может быть уловка.